Добро пожаловать в познавательную игру «Угадай динозавра». В данном навыке есть не только игровой режим, но и режим обучения. В обучающем режиме я помогу тебе узнать больше о динозаврах, а в режиме игры ты сможешь проверить свои знания о динозаврах. Скажи «Играть», чтобы начать игру. Скажи «Учиться», чтобы начать обучение. Скажи «Помощь», если что-то непонятно. Уранозавр. Уранозавр – гигантский растительноядный динозавр. Уранозавр имел на спине костистое образование, уходящее вверх. Кицалькаатль. Кицалькаатль – один из крупнейших известных представителей отряда птерозавров. Кицалькаатль летал над сушей и питался падалью и мелкими позвоночными. Иностранцевия. Иностранцевия – представитель хищных теропсид из подотряда горгонопсов. Зинстюнозавр. Существовали дзинозавры в конце юрского периода. Зинцинозавр питался растительностью. Анкилозавр. Анкилозавра, по современным меркам, можно считать очень крупным животным, величиной с носорога или африканского слона. Скажи «Играть», чтобы начать. Игра «Угадай динозавра». Твоя задача – отгадать имя динозавра по первой букве. По мере прохождения игры сложность будет возрастать. Если готов, скажи «Начать игру». Чтобы пропустить вопрос, во время игры скажи «Не знаю». Динозавров очень много. Если надоест, скажи «Завершить». Назови динозавра на букву «Т». Место обитания – Северная Америка. Жил от 68 до 66. Умничка! Я загадала динозавра на букву «П». Место обитания – США. Жил от 70 до 66 миллионов лет назад. Вес 450 килограммов. А ты неплох. Какой динозавр начинается на букву «А»? Место обитания – США. Жил от 154 до 150 миллионов лет назад. Ты прям вундеркиндик. Загадала динозавра на букву «И». Место обитания – Бельгия. Умничка! Загадала динозавра на букву «С». Место обитания – Суперзавр. Нет. Угадай динозавра на букву «С». Место обитания – Нет, это точно не суперзавр. Я загадала динозавра на букву «Б». Место обитания – США. Умничка! Какой динозавр начинается на букву «Д»? Правильный ответ – диплодок. Вес – 38 800 килограммов. Длина – 33,5 метра. Высота – 10 метров. Место обитания – США. Жил от 154 до 150 миллионов лет назад. Семейство – диплодоциды. Отряд – зауроподы. Какой динозавр начинается на букву «А»? Нет, к сожалению, это не аргентинозавр. Твой счет 5 из 9. Обнаружено более 1400 динозавров. Регулярно будем добавлять новых. Заходи. А сейчас поставь мне пятюню, а я тебя поцелую. Спасибо, я вам тоже поставила внутренний лайк.